sexism. A remake of Metal Gear Solid 1 on the GameCube, and we're trying to go for the big boss rank, and we're playing this on the highest difficulty, but with the added kind of gimmick of trying to collect all 37 dog tags throughout the game. So we'll be going into specific details without entail once the run starts. And just as a quick check, because the tuxedo runoff would be ending now, have we met the tuxedo incentive? Looks like we fell short. Sorry, no tux for Snake. Sorry. No tux. Oh well. Okay, yeah, so that's fine. All right, so we'll be starting new. I personally prefer the sneaking suit, but hey. Personal taste. Okay. All right, and we'll be starting the run in 5, 4, 3, 2, 1, go. All right. So here in Twin Snakes, just так, начался ран и таймер. Помогите мне, пожалуйста, отрегулироваться по времени, чтобы я особо не был впереди. У нас будет целая минута ужасно скучной секции с обучением. Так что времени у нас много. Сейчас у меня 12, 13, 14, 15, 16. Насколько далеко от вас чат? В будущем, в прошлом? Ух. Я в прошлом. Быть в будущем не так плохо, как быть в прошлом. Так, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48. Ух, 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 ух. Дальше. Surprise, surprise, there's lockers here, which is taken from MGS2, and rather than having to kind of, you know, tail around these guards and try to find a, like, так, минута 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, минус 2. Замечательно. Ну вот теперь я на 30 секунде, вряд ли мы с вами далеко, 35, 36, 37, 38, 39, вот, good. Плюс 2 секунды это не страшно. В общем-то, 46 секунд, 47, мне главное особо не спойлерить. Плюс 2 секунды это норм. В общем-то, спойлеры я в любом случае бы давал по умолчанию из-за того, что то, что вы сейчас видели, будет продолжаться всю игру. Сейчас будет очень оригинальный способ прохода мимо охранника. Мы просто пробегаем, потому что у ИИ в этой игре довольно-таки сильное туннельное зрение. Нас будут не замечать, когда мы подходим сбоку. При этом видеть за километр, когда мы находимся в поле зрения врага. В общем-то, это будет увлекательное мероприятие, потому что раннер будет скипать диалоги. И это будет довольно забавно из-за того, что ему надо собрать все доктаги. Это непосредственно жетоны, которые носят охранники на шее. И чтобы их получить, вам необходимо допросить их и заставить потанцевать. Довольно-таки забавный танец, вы увидите, как он это делает. Из-за того, что, чтобы максимально быстро подобрать доктаг, надо подойти в упор к противнику. Ничем не отличается принципиально от оригинальной МГС, из-за того, что это просто переиздание для GameCube. То есть это та же самая игра, которую переиздали. Единственное, она получила улучшение, которое получила Metal Gear 2 Son of Liberty. И сейчас мы пробираемся на объект по заданию, берем соком. И первое, что делает наш раннер, это вырубает одного охранника. По умолчанию его стратки он вырубает, и, как вы видели, вот этот глупый танец нужен для того, чтобы мы получили его жетон. Он оставляет его так, чтобы другие охранники заметили, и сейчас будет прекрасный пример туннельного видения противника. Прямо замечательный. Мы можем стоять в упор, и нас никто не заметит. Теперь мы заставляем их потанцевать, забираем жетон, вырубаем охранника. Зачастую вы будете видеть тревогу, которая... Руина. Что ж, поздравьте раннера. Руина. Идеальная руина. В общем-то, если поднимается тревога, ран заканчивается. Но при этом, если это не алярм, а внимание,
то игра не засчитывает поражение. Поэтому периодически вы будете видеть, как охранники сообщают о том, что кто-то есть. И после этого раннер будет спокойно бежать дальше из-за того, что это не аларм. Вот периодически мы будем останавливаться у охранников и лутать снежетон. И сейчас начнется раздражающий звук. Приготовьте слушать его каждый раз, когда мы в вентиляции. Это стандартная тактика для ускорения передвижения по вентиляции. А так, минус чашечки очень вероятный, потому что я не знаю, с чего раннер такой уверенный, но у него есть тиммейт на обычный экстрим-то 1 минута, а на экстрим All Dog Tax он тратит 1.14, так что это практически 100% минус чашечки. Это вообще гарантия. Лутает он их ради доктагов. Это категория. То есть мы должны собрать все жетоны. Чатик, напомните, пожалуйста, как в русском языке называются доктаги. Это вот жетон, который висит на шее у солдат и имя, фамилию содержит. Вы можете заметить, что когда он их подбирает, в воздухе появляется имя, фамилия. Ну а по трубам мы лазаем, потому что это Metal Gear. Ну вот, спасибо, чатик, жетон. Собственно говоря, мы должны собрать все жетоны, которые можно за одно прохождение, и из-за этого мы будем вот периодически останавливать охранников, заставлять их плясать и забирать их жетоны. Причем мы зачастую будем оставлять их просто стоять, потому что вырубать их долго, а тревогу они не поднимают. Ну вот, то есть противник насторожен, но тревогу не поднял, то есть на объект проник какой-то неизвестный чувак, но тревогу поднимать мы не будем, потому что, ну, мы же его не видели. Точнее, мы его потеряли из виду. И, как вы сейчас увидели, мы пропустили звонок переходом в другую локацию, загрузку, чтобы не отвечать на него, и снова начинаем переключать оружие бесконечно, потому что это ускоряет передвижение в анимации. Немного, но это существенно для рана. В общем-то, в этой игре очень много времени для чтения донатов, из-за этого периодически в ране будут зачитывать их. Я могу их переводить, если это нужно, но скорее я буду травить за сюжет. Потому что здесь очень много времени для этого, особенно в таких вот вентиляциях, где мы идем спасать важную персону. Но заставок вы не увидите, вы сразу же увидите грустный случай с каноничной сценой Fox Die. И звонок, в котором мы узнаем, что что-то пошло не так, и надо связаться со связным. Тут нет, все боссы есть, кроме бонусных. Вот сейчас, кстати, вы увидите, как он разряжает основные патроны Сокома. Это его предпочтение в стратегии. У VR-холдера разрядка этого пистолета идет только после того, как начнется следующая сцена. Ни на что это особо не влияет по времени, это чисто предпочтение раннеров. Необходимо это для того, чтобы в следующей сцене Мэрил начала стрелять на одну обойму раньше. Босс-вертолет есть, да. Никуда не делась эта классика. В общем-то, что у нас происходит? Сейчас стандартный файт, в котором нам быстрее усыпить противников выстрелами в голову. Потому что расстреливать их с пистолета требует 2-3 выстрела, и мы обязаны поднять одну обойму, чтобы следующая заставка началась. Мэрил расстреливает одну пачку, после чего мы либо увидим стратегию VR-холдера, в которой раннер застакает двух противников выстрелами после следующей пачки усыпленных и даст Мэрил их дострелять, либо будет усыплять всех подряд. Здесь он должен попасть 3 раза в голову, не промахнувшись. В своем VR он промазывал. Так что здесь он может сэкономить время. И да, один промах есть. Здесь надо усыпить пачку из 6 человек сразу же, чтобы можно было претендовать на VR, потому что у VR-холдера категории Extreme нет ни одного промаха в ране. Это важно. Это очень много времени экономит. И вот здесь вот, это предпочтение раннера, он пропускает пачку. Потому что VR-холдер предпочитает стрелять одному в ногу, второй выбегает,
Они стакаются в двери, и Мэрил с одной обоймы сразу валит двоих. Это экономит буквально одну секунду, но этого достаточно для того, чтобы в VR получилось время 59 минут, в отличие от часа и 0,1 минуты Тайлера. В действительности, я, честно говоря, ожидал увидеть здесь другого раннера. Это Волгай, который держит VR. У него восхитительный VR. В действительности, если вы хотите узнать, как ранится эта категория не доктаги, а экстрим на VR, советую его посмотреть. Он шикарно прошел игру, буквально без ошибок. Его VR будет очень сложно побить. К тому же он буквально разъясняет все свои стратки на пальцах. Это очень интересно. И довольно-таки легко начать ранить эту игру, как ни странно. И стандартная стратка со взрывом довольно абсурдно выглядит, потому что C4 взрывает стену, но не наносит вам урона. Так, по таймингам у нас должна быть встреча с Оцелотом, которого мы будем ожидаемо усыплять, потому что транквилизатор — самое эффективное оружие для данного рана в нашем случае. Вот наш Оцелот, и нам надо попадать ему в голову раннеру. Хорошо, кстати, справляется. Осталось всего лишь несколько шотов, и все. Оцелот у нас... Да, револьвер Оцелот, нам, к сожалению, не показали это эпичное махание револьвером, классическое. Но он довольно прост, как и все боссы в этой игре в действительности, из-за того, что на их надо всего лишь 3 дефис 6 раз усыпить с пистолета. Шалашаска, да. Револьвер Шалашаска, Оцелот. Типичное русское имя Шалашаск. Кто же, кроме Шалашаски? В общем-то, с нами связывается неизвестный человек. Мы узнаем, что это Мэрил. Я думаю, ничего страшного, если я заспойлерю, но, к сожалению, в донатах мы спасаем Мэрил, из-за чего раннер точно не уложится в стиммейт и не поставит новый VR. Потому что спасение Мэрил — это как минимум 10 секунд лишних катсцен. Так что... В настоящем VR на экстрим сложности настоящий Капа Прайд, потому что нас спасает Оцелот по достойной мужской дружбе, и финальные заставки проходят с Оцелотом. Господи, прошу прощения, какой Оцелот? Этот Эмерих. Формально ее нельзя убить, но если на допросе мы расколемся, то Мэрил не будет спасена, и в финальной заставке вместо Мэрил у нас будет... Эмерих, которого, да-да, оговорочка по Фрейду, к сожалению, Шалашаска слишком хорош, чтобы о нем не помнить. Те, кто знают сюжет Metal Gear, знают, насколько сильно он предан Биг Боссу, насколько он хорош. Ну, без шуток, если вы захотите познакомиться с серией или вообще начать ее ранить, то один из самых лучших вариантов — это как раз-таки Twin Snakes, потому что ран очень отработан, есть подробный гайд от VR Holder о том, как ранить эту игру аж на экстриме. И, как ни странно, у Metal Gear сложилась довольно интересная ситуация, что их ранят только на экстриме в основном. Это самая популярная категория. И сейчас мы используем... Да, раннер немного промахнулся. Мы используем глушилку, чтобы отключить камеры и подобраться к танку поближе. Мы будем закидывать гранаты прямо в... Честно, не знаю, как это сказать. Танковый люк, потому что надо всего лишь две флешки и один выстрел с пистолета в голову, чтобы перейти на следующую стадию. Мировой рекорд 58.23. Хочу заметить, это не категория All Dog Tags Extreme, это категория на 58 минут у обычного экстрима. У категории All Dog Tags VR у Тайлера на 1 час 8 минут. Это важное отличие, потому что 58 минут у Волгая, который держит VR по экстрим категории. Как раз таки сейчас его страткой и закрывается этот босс. Единственное исполнение не идеальное, потому что раннер не попадает флешками.
Да, не очень у него хорошо пошло. По идее, этот файт уже должен был закончиться, потому что светошумовые гранаты очень эффективны, и ему приходится подбирать следующий пак этих светошумовых, чтобы продолжить бой. И складывается у него очень плохо. Прям ужасно. В общем, баскетболист из нашего раннера не выйдет. Как минимум, потому что он потеряет чашечки. Честно, у Тайлера мотивация побить рекорд есть. Он периодически пробует на своих ранах. Я к нему заходил непосредственно перед раном. Но я не совсем понимаю, что происходит, потому что у него периодически вот такие случаи, где он совершает такие вот ошибки, как с этим танком. И буквально вот сейчас он хоронит не то, что возможность на ВР, на возможность уложиться в тайминг. Если он умрет, то можете как бы сразу хоронить возможность уложиться в стиммейт. Там вообще будет без шансов. Ну все, хорошо. Танк победили. Замечательно. Ну, ему в действительности немного не повезло, но здесь не только в везении дело, он еще к подходу к боссу совершил несколько... О, сейчас будет восхитительный клип. О, да, обожаю этот момент. Мы сейчас сэкономили время, проклипавшись через дверь, потому что во время приседания и анимации переключения оружия у стены, у модельки Снейка почему-то уменьшается хитбокс, он может проскользнуть. Не повезло ему в том, что он изначально промазал двумя светошумовыми, из-за чего ему пришлось подбирать еще один пак светошумовых, и из-за этого танк встал в другую позицию, из которой уже неудобно бросать гранаты. То есть в идеале на Мантисе будет заметно очень хорошо, потому что если Мантиса пройти идеально, то вы не увидите целую катсцену, дополнительную ветку диалога, которую, скорее всего, увидит наш раннер из-за того, что, как я смотрел, у него не часто получается скипнуть Мантиса полностью. Да, и все верно, на экстриме нельзя спалиться. То есть аларм приводит к поражению, что мы уже видели в начале рана. Сейчас мы бежим непосредственно к нашему киберниндзе, подобрав сначала ракеты Никита, с помощью которых мы взорвем электрощиток, который позволит нам пройти. И это будет встреча с Эмерихом, доктором Эмерихом, и непосредственно встреча первая с ниндзей. Непосредственно данный персонаж нам помогает по ходу сюжета, связываясь с нами, но мы не знаем, кто он, это довольно важно. А будет Мэрил? Нет, не будет. Будет сцена с Джонни. Не забывайте, что это GDQ. В общем-то, очень грустная сцена, в которой наш киберниндзя всех порубил. И с ним будет очень интересный файт, потому что есть несколько страток. Скорее всего, мы будем пользоваться лупом первой стадии. Если... Да, мы пользуемся лупом первой стадии. Как это выглядит? Вот раннер сейчас объясняет, панч-панч-кик, то есть два удара рукой, один удар ногой, выстрел, чтобы босс перешел в защиту, и повторяем это по КД. У VR-холдера стратка немного другая, более рискованная, но более эффективная. Она выглядит точно так же, но после кика еще есть перекат в сторону противника, который тоже наносит урон и позволяет убить этого босса на несколько секунд быстрее. Но это безопасная стратка, что хорошо для марафона, но мы точно не увидим ВР, и, честно, у меня уже впечатление, что мы не увидим даже из тиммейта. Как минимум на минуту опоздаем. Оп, пропустил удар, но это не страшно, потому что босс пройден. Хочу заметить, это экстрим, то есть максимальная сложность, но боссы здесь ложатся очень просто. Как вы понимаете, эта сцена не скипается, поэтому нам повезло, и мы можем увидеть прекрасную заставочку. Один перекат, и босс завершен. Мы спасаем Хьюи. Доктор Эмерих у нас в друзьях, и, к сожалению, мы не увидим финал с Эмерихом, судя по донатам, потому что выиграла Мэрил.
О том, как влияет выбор Мэрил и Хьюи на финал, я покажу. MGS has always been my favorite game series. I love seeing these games showcased at GDQ. Good luck with the run. В общем-то, Эмерих, вот так он, Кастер. Да. Минус комментатору. Да, минус комментатору. Все серии смешались в одну кучу, но на самом деле это Эмерих. Это семейство Эмерихов по сюжету все еще идет. Я привык к Атакону. Да, Атакон. Мы все привыкли к Атакону, но как недавно мы узнали, он довольно грустное детство пережил, учитывая, что произошло в пятой части. При этом оказался довольно достойным персонажем для серии. Так, мы отвлеклись. Сейчас Киберниндзя побежден. И Раннер сейчас бежит к следующей секции уже. Это Мантис. То есть сейчас мы должны встретиться с Мэрил. И непосредственно будет бой с Мантисом после того, как мы встретимся с Мэрил. Так, только что актер Шала Шаски пожелал удачного рана Раннеру. Да, практически. Вот. И мы только что поймали Мэрил. Все. Как-то долго получалось, ну, ничего. Мы ее вырубили, чтобы получить... Да так. В общем-то, ее вырубить надо будет два раза. Первый ради того, чтобы получить Доктаг Джонни, а второй раз уже после битвы с Мантисом, чтобы получить ее персональный Доктаг. В общем-то, Раннер уже заспойлерил то, что концовка Мэрил будет стоить 3 минуты Рану. Так, сейчас будет довольно интересная стратка, потому что Раннер будет... Да. Он ударит Мэрил ракетницей, чтобы скипнуть часть катсцены. Это самый быстрый и эффективный способ из-за того, что ракетница — тяжелое оружие. Стандартная стратегия боя с боссом — это 3 транквилизатора ему в голову, но, к сожалению, Психомантис у нас обладает психическими способностями. Как видите, он вырубил экран у Раннера. И периодические лаги экрана, вызываемые Мантисом, заставляют нас его искать. Хочу заметить, в оригинальной версии приходилось переключать геймпады, и Раннер сейчас ранит на оригинальной консоли. Мемная игра, да, кстати, игра довольно мемная. В ней столько сцен в ране мемных будет, особенно когда Раннер будет пробегать мимо песиков. Из-за того, что там есть 2 стратки, одна с коробкой и вторая вэровская. Я надеюсь на стратку с коробкой, она веселее. Но, учитывая, что ему надо экономить время, это будет вэровская, и мы будем мимо них пробегать со стрельбой. Если на эмуляторе играть, то да, не будет знать. А если на GameCube оригинальный, то такая возможность там была. Сейчас, если что, мы усыпили Мэрил, поскольку Мантис может контролировать ее. Но если ее усыпить, он теряет эту возможность. Так что мы переходим в следующую стадию, и Раннер, если честно, не укладывается в идеальное время уничтожения Мантиса, из-за чего мы получили одну лишнюю ветку диалога. Это не критично, но в VR'е на экстрим категории этого не случилось. Собственно говоря, это из-за та причина, по которой наш Раннер, он... Кстати, я сейчас посмотрю. Он 5-е место занимает в обычной категории. Как раз таки вот из-за таких вот мелких ошибок в ране. То, что в сумме вот ему периодически либо не везет, либо он ошибается, из-за чего он теряет драгоценные минуты.
потому что весь ран Metal Gear довольно сильно точный и требует очень большой точности в движениях. И сейчас вот волки, к сожалению, это стратка без коробки. Он пробегает мимо, есть версия с тем, что мы делаем в них один выстрел и бежим дальше. Это гарантированно и безопасно. Да, вот сейчас вот, чтобы этого не произошло. По идее, Ранлор должен был выстрелить один раз в этого песика. Он при этом не умирает, но мы можем пройти спокойно, не получив удар 100%. Sadly got Trank Merrill, but hey, that's how you get her dog tag. Yep. And you just run through the next room. And then after this here cutscene of poor Merrill getting shot by. В казуальном прохождении, да. Это еще с первой части. И вот здесь вот как раз таки сцена спасения Мэрил. Снайпер Вульф сейчас ее подстрелит. Что вы не увидели из-за того, что Раннер скипнул заставку мгновенно. И нам надо найти снайперскую винтовку, чтобы противостоять снайперу Вульф. Вот в этой сцене, после того, как мы победим снайпера Вульф в первый раз, будет принципиальное изменение времени рана. То есть из-за того, что мы спасаем Мэрил, мы потеряем 3 минуты. Сама сцена спасения, то есть получение снайперской винтовки обязательно для прохождения игры. Но вот спасение самой Мэрил не обязательно. Я укажу, в какой сцене она именно спасается и что происходит. Но сейчас, по сюжету, мы бежим за снайперской винтовкой, чтобы убить снайпер Вульф. Причем это только первый файт с ней, будет второй. Хочу еще обратить внимание на то, что эта локация с песиками во второй раз после победы над снайпер Вульф будет пробегаться спокойно, потому что они перестанут нас атаковать. В общем-то, Metal Gear состоит из множества таких вот мелких деталей. Разве... У Раннера, во-первых, не хватит зарядов, во-вторых, обязательно снайперская винтовка, да. Никитой ее завалить не получится. Ему вот сейчас надо бежать в арморе. Скажешь, что... Да. Хорошее, кстати, замечание, что тебе даже игра подскажет. Ну, в третьей части, чтобы, кстати, дождаться Энда, там, по-моему, надо было несколько дней перемотать, неделю, что ли. Это вот надо было вернуться к игре спустя неделю после создания сейва с Эндом. Это действительно забавно было. В общем-то, мы получили снайперскую винтовку, возвращаемся. Раннер принимает пентазим, который позволяет снайперской винтовке не дрожать, то есть это помогает целиться. Переводили часы. Ну, чтобы узнать об этом, надо было, чтобы кто-то дождался неделю. Во. Вот это вот было ужасно. Серьезно, вот такая ошибка. Раннер просто не смог проползти. Ну да ладно. Случается, в любом случае, у стиммейта не укладывается. И начинается сцена снайпер Вульф, ему очень везет. Она сразу же в позиции снайперской стрельбы. И прям паттерн прям идеальный. Он, по идее, может стрелять в тот момент, когда она движется, но, к сожалению, он не рискует. И единственный момент плохого паттерна — это когда она стоит за этой колонной, из-за того, что мы не можем в нее попасть. То есть Раннеру сейчас очень повезло по таймерам. Это практически единственный рандомный босс в игре, который может все обломать, из-за того, что она может бегать неправильно. Особенно во второй стадии, когда будут деревья. И сейчас мы переходим к сцене, в которой будет определяться будущее Мэрил. В нормальном ране мы его всегда скипаем, но поскольку здесь был донат гол на спасение Мэрил, мы будем ее спасать. В чем выражается спасение Мэрил и почему непосредственно в ранах ее никогда не спасают? Поскольку мы спидранеры, мы за то, чтобы сэкономить целых 30 секунд, 10 секунд, сделаем все, что угодно, чтобы 3 минуты сэкономить, мы с радостью сдадим абсолютно всех на допросе. И обычно в этот момент как бы сразу же сдаются.
Вот так вот. И игра заканчивается, мы попадаем в камеру, и все замечательно. Но поскольку мы спасаем Мэрил, в ближайшие 3 минуты вы будете смотреть вот на эту сцену. Потому что сцена с допросом — это то, что определяет финал непосредственно Атакона или Мэрил. То есть, если мы здесь не сломаемся, у нас будет Мэрил. Если мы сломаемся, Мэрил не будет. Настоящий раннер, как говорится, ради экономии времени сдается сразу. So that's round one. Now, because we are saving Meryl, this first sequence here with Johnny is going to be very long. It's going to be about like a minute longer. So I'm going to be testing my... Эстимейт время — это просто время, в которое раннер должен уложиться, потому что следующий ран рассчитывается из этого времени. Поэтому если он заканчивает позже, это плохо. Ой. Вот сейчас Снейк стучит по стене, чтобы застопорить анимацию Джонни, дабы ускорить процесс его передвижения, потому что мы ждем, пока у бедолаги случится очередной приступ диареи, дабы использовать этот момент, чтобы сбежать. Но поскольку нам нужно, чтобы он оказался в определенном месте в определенное время, мы будем его раздражать вот этим звуком, чтобы он периодически останавливался и просил нас замолчать. В общем-то, в сумме, из-за того, что мы спасаем Мэрил, мы теряем в среднем 4 минуты, от 3 до 4. Так что вам придется ждать, слушать этот звук, понимать всю боль Джонни относительно того, что его заключенный, которого он охраняет, бесит его до белого коленя. Издевательство над рабочим геймпаде, нажимать кнопку X. Ну что поделать? Это вынужденная жертва ради спасения Мэрил. Но сейчас вот будут читаться донаты, а мы будем наблюдать за этой прекрасной сценой еще несколько минут только ради того, чтобы спасти Мэрил. Как вы понимаете, любой раннер с счастьем жертвует ей, чтобы сэкономить время. We have $25 from an anonymous donator who says, "Here's some liquid currency for a solid run." И следующая сцена. Начинается этап номер 2. В общем-то, это будет продолжаться несколько раз, в несколько циклов, и именно эта причина, по которой все предпочитают Оцелота. Вы просто выдаете ему информацию, он дружелюбно отправляет нас в камеру. Атакон помогает нам сбежать, и ран продолжается. Мне больше веселит то, что люди говорят, что не знал, что комментатор знает еще и Metal Gear, хотя ник комментатора — это отсылка к Metal Gear, ну пусть и Райзингу. Блин, вот надо было чатик постараться помочь раннеру уложиться в эстимейт, поддержать его концовкой Атакона и не спасать Мэрил. Теперь нам слушать личные звонки, обсуждения. О, ужас. Настоящий раннер сдается сразу. Зачем держать тайну, если это помогает сэкономить время? Согласитесь, чатик, спидраны — это скорость. В общем-то, все, о чем сейчас говорит раннер, о том, что ему приходится спасать Мэрил. Во, все. Бедный Джонни. Замечательно. Теперь нам кинут кетчуп, который поможет нам сбежать. Мэрил — это святое. Не для ранов. Ну вот, Атакон подкидывает нам способ сбежать.
Хороший комментарий, согласен. Собственно говоря, мы используем кетчуп и ждем, пока бедный Джонни вернется от своего приступа и увидит, что мы тут померли. When you revisit the area where you fought Wolf and you get that cutscene with Meryl, you know, reminiscing about what happened. And... Единственный алерт, который позволяет поднять игра без провала. It skips that whole thing and saves a neat little chunk of time. Is that gonna be? Да, я согласен, Вайт. Собственно говоря, мы вернули гир, и нам надо полутать очередной дотаг по пути. Да. В чатике веселье, мне это нравится. В общем-то, сейчас у нас будет интересная секция, потому что раннер вернул свой гир, и нам надо продолжать движение. Вульфа мы победили, это конец первого диска в оригинальной игре был, и начнется Tower Climb секция. Мы будем взбираться на одну огромную башню, и это займет приблизительно минуту. Только, к сожалению, раннеру приходится останавливаться ради тагов. И, честно, я не знаю, почему эта категория, она ничем не отличается принципиально от обычного экстрима, за исключением того, что нам приходится периодически останавливаться, чтобы полутать тагги. В общем-то, если вы посмотрите на speedrun.com, раннер — это единственный человек, который ранит эту категорию. Но первый диск заканчивается относительно таймингов вот плюс-минус через несколько минут, потому что мы должны перейти к подъему на башню, и если вот мне не изменяет память в оригинале, то это вот было как раз-таки вот в этом промежутке. And here's another very challenging room in this run. If you thought the helipad was annoying because it's wide open, well, here's an even more wide open room with a bunch of dudes. Первые доктаги появились во втором Metal Gear, так что это дополнение для Twin Snakes additional. Hold up that guy, shoot him in the body, bait the other guy to come on over, shoot out the camera. В общем-то, вот все, что сейчас делает раннер, это ради того, чтобы собрать доктаги. Ну вот здесь вот, кстати, у раннера очень хорошо все получается, идеальные тайминги. Нам обязательно провести допрос, чтобы получить доктаг. Так что единственный способ его получить — это допросить, поэтому приходится останавливаться и ждать анимацию. Нет, они всегда одинаковые, есть даже отдельный список, где они находятся. Они у определенных солдат, находящихся на определенных позициях в определенное время. То есть, чтобы собрать все доктаги, вам придется пробежаться практически по всем локациям. О, мой любимый клип. Мы уменьшаем нашу модельку, и с помощью вот клипа проскальзываем в двери, это быстрее, чем проползать. Хочу заметить, в Twin Snakes почему-то за доктаги не дается никаких дополнительных наград, в отличие от Sun of Liberty. Так что их сбор в игре на самом деле бесполезен. И чтобы эту категорию считали успешно выполненной, вы в конце должны показать сейф, где будет указано, что все доктаги собраны. Я не знаю, чатик, может кто посмотреть, в Metal Gear Solid 3 есть категория, где мы собираем всех креатонов? Это вот лягушки небольшие, я не помню, так ли они называются, но это вот маленькие лягушата, которые спрятаны по всей карте. Там же целый ад должен быть вокруг них. Их еще и скипнуть легко. Нет, это просто подтверждение того, что вы уложились в категорию, потому что нельзя внутренний счетчик показать, где все доктаги собраны, и поэтому через сейф это демонстрируют. Вот Metal Gear Solid 3 категория с креатонами очень веселая.
Вот, видите, кстати, песики нас не трогают, это из-за того, что у нас был файт со снайпер Вульф. And then that's when the disc swap happens, which is, you know, much earlier in this game compared to the original, which happens in the, what was it, the furnace or something like that? Yeah, right after the second fight. And I'll be getting up right now, but I will still be here. I'm just getting up to actually physically change my, like, GameCube disc. Ладно. Бывает. Is there time for a donation or two? Раннеру потребовалось отойти, поэтому... Он оставил оценку. Ну, бывает. Спидраны, они такие. Может, его схватил приступ, как Джонни. В общем-то, вот сейчас вот, по идее, конец второго диска должен быть. Потому что мы переходим в следующую категорию. Это вот диск один закончился, сейчас начинается подъем по башне. Да, Communication Tower. $5 from Cindy says Mario 64 blindfolded. I need this right now. Все, срабатывает тревога. Он кинул гранату на предикт. Как вы все знаете, раннеры знают будущее, и противники сейчас на ней подорвались. И начинается очень долгая сцена с беготней по башне. И здесь только два варианта. Первый, раннер будет прям молодцом и не получит хитов, а второй, он соберет абсолютно все шоты, какие только он может, и мы будем на этой башне минут 5 из-за того, что он умрет. Вспоминаем полковника сотых звезд. Этот раннер явно не получил сотую звезду спидранов, поэтому да, у него нет специального устройства на всякий случай жизни. Ну вот, раннер сейчас ловит хит, из-за чего Снейк останавливается. Это то, что нежелательно в этой категории. У VR-холдера вот как раз таки есть стратка, которую почему-то не использует наш раннер. Здесь кидаются светошумовые гранаты. То есть вы бежите, кидаете светошумовую гранату, противники станутся, вы не получаете урон и бежите дальше. Единственное, что требуется от вас, это наличие светошумовых. И вот, кстати, он достал светошумовые. Сейчас начнутся броски. VR-холдер чуть-чуть раньше даже это начинает. Вот, светошумовая, противники оглушены, и это будет повторяться несколько раз. Не, раннера я не душу, тут именно дело в том, что это человек, который держит пятое место, он очень хорош в этих раннах, это категория Доктаги, на экстриме первый, кто сделал ее, это он. Он прям молодец, но у него очень много таких вот технических ошибок, и когда я к нему заходил на ран, чисто вот спросить, что происходит, он так неохотно отвечал на это, у него действительно это не всегда получается, он трает это в ранах, пытается улучшить, но не всегда ему везет, как он говорит. Так что, раннер-то большой, молодец, тут вопросов нет, но к чистоте рана вопросы есть, как говорится. В общем-то, в чем дело-то по вопросам чистоты рана? У VR-холдера, вы можете посмотреть его VR, он обновил его совсем недавно. Кастер, нет, кастер уже не ранит МГС, кастер, к сожалению, слишком много работает, чтобы позволить себе спидраны. Но покомментировать что-то, что он когда-то ранил, ему очень нравится. В общем-то, в чем смысл? Мы сейчас убегаем от босса вертолета по башне. И у босса вертолета есть очень приятная и неприятная механика одновременно, потому что он не мажет вообще никогда. Но поскольку мы спидранеры, мы знаем, как спускаться по этой башне так, чтобы не получать хитов. Поэтому у нас отработанный ран, все выстрелы будут проходить мимо, и мы просто быстро спустимся к этой башенке, и начнется файт с боссом вертолетом. Все как мы любим. Вообще, босс вертолета классика. Какие великие игры вы помните без босса вертолета? Да. В общем-то, в чем смысл текущего пробега? В том, что нас преследует босс вертолет. Мы должны убить его. И, как вы слышите, босс вертолет вообще восхитителен. Он периодически смеется, и мы слышим, как он смеется. Нам ничто не мешает. Лада Рейсинг Клаб не было босс вертолет. Ну, Лада Рейсинг Клаб — это слишком великая игра, чтобы в ней был босс вертолет. Yeah.
Было бы неплохо увидеть Ладу Racing Club на русском марафоне по спидранам. Да, был. Ну, формально не было, но был. Там было что-то похожее на босса вертолета. Огромный босс тоже был. Японские игры. Куда же без босса вертолетов? Ну, LCR, я хочу еще раз увидеть, вот что. Восхитительные раны. Снова света, прошу прощения, это AMP граната. Вот вы видите, летают такие снежинки. Это на самом деле AMP, которая вырубает камеры, что позволяет нам пробежать без поднятия тревоги по этой башне, поскольку мы не хотим лишнего внимания и получать лишний урон. Then fights Snake in Metal Gear Rex. Fails. Then he thinks he can beat Snake with his bare hands. Бэктрекинг босс практически во многих играх. Ну, сейчас по таймингам мы уже подходим к боссу вертолета. Это самая скучная часть игры пройдена, башня, потому что в ней происходит ровным счетом ничего. Единственное, вот, как я говорю, есть отличие в том, кто ее как проходит. Наш раннер предпочитает экономить светошумовые. Но в Вэри предпочитает раннер не экономить светошумовые, потому что он их экономит в начале файта с танком. Вы помните, наверное, как я удивился, что раннер так сильно мажет. Это очень важно из-за того, что это помогает сэкономить эти светошумовые. И начинается файт с боссом-вертолетом, все как мы любим. Это будет очень весело. Мы встанем за вентиляцию в одно место и будем оттуда стрелять, потому что нас там почему-то достать не могут. В общем-то, мы сейчас используем паттерн движения босса, чтобы попадать в него с самонаводящихся ракет. Это стингеры, как я помню. И, собственно, мы будем вот повторять эти действия, пока босс не загнется. Увлекательный геймплей. Невероятно. И раннеру сейчас, кстати, везет. У него босс спамится с нужной стороны сразу же, потому что у него есть несколько паттернов. Но в основном он всегда однотипный, если вы бегаете по кругу в правильной последовательности. And then after that, he's going to fly above your head and quickly go back down underneath the building. And then that's where the change in difficulty comes in. He flies much faster on extreme compared to any other difficulty. Это версия MGS1, если что, Twin Snakes вы можете сыграть на эмуляторе. Для этого, кстати, отдельная категория ранов есть. Поэтому если вы считаете, что вы не можете ранить игру из-за того, что вам нужен King Cube, не так. Запускаете спокойно на эмуляторе и можете спокойно подавать свои... категории VR. Никаких проблем с этим нет. Нет, здесь этого не требуется из-за того, что GameCube-то уже посовременнее была, нежели чем первая Sony. На ней, по-моему, диск-то один всего лишь. Я вот утверждать не буду, я не помню, честно, точно с версией GameCube, как обстоят дела, но на консолях при издании вы не должны переключать диск. Ну вот, даже кто-то запускал на эмуляторе. Вот ПНВ-шку я не использовал, кстати, в ранах в свое время. Но эмулятор вообще был хорош. Он вот работал всегда вот с GameCube хорошо, а Twin Snakes довольно популярная в действительности, так что ее хорошо оптимизировали, если можно так сказать, к игре, которая эмулируется. Ну, версия PS1, которая спидранилась для PS1 именно на оригинальной консоли, просто свапался диск. Ничего в этом такого не было. Вы подходили к месту, где надо поменять диск, и в ране просто менялся диск. На мобильном телефоне это сейчас уже можно в оригинальный Metal Gear играть. Так что ресурсы позволяют, было бы желание. В общем-то, босс-вертолет повержен, все как мы любим. И двигаемся к следующему файту со снайпер Вульф. И по вопросу насчет смены диска, мы, если что, уже прошли момент, где должен был свапаться диск, так что нет.
К сожалению, кстати, вот на эмуляторах уже потеряна возможность, какая была в первом Metal Gear, где тебя мучает психомантис, читает твои сохранения. Это было довольно неожиданно, он еще и спойлерил сюжеты, кстати. Если так подумать, кстати, психомантиса надо было банить за спойлеры, потому что он спойлерил первый Resident в свое время, если я правильно помню. Он же умел читать сейвы с карты памяти. Ладно. Раннер сам не понял, что произошло. Мы тоже сделаем вид, что не видели. Вот, собственно говоря, момент для чтения данных. Если что, по сюжету мы уже узнали многое. Мы знаем о том, что есть Fox Die. Мы уже знаем, что Мэрил практически в порядке. С нами уже все связались, кто должен был. Эмерих нам помогает. И, оп, засада в октокамуфляжах Эмериха, которая очень забавно выглядит, потому что мы делаем по одному выстрелу с транквилизатора, по одному. Да. И все вырубились. Это довольно глупая сцена, если честно подумать. Вас окружили 4 солдата с разных сторон, а вы берете и с транквилизаторного пистолета усыпляете всех подряд. В общем-то, вот на текущий момент нет никаких спидран-страток, потому что это казуальное прохождение, вы видите. Единственное, что отличается от казуального прохождения, это раннер бежит максимально близко к стенам, чтобы сэкономить чуть больше времени на повороте и переходе двери, и старается не поймать выстрелы от противников, как он сейчас это делает. И вот здесь вот начинается файт со Снайпер Вульф последний, который очень неприятный спидране, потому что первый и второй файт — это единственные ренджи моменты в игре полноценные. Из-за того, что у вас есть два варианта. Первая, она сразу же окажется в снайперской позиции, вы просто в нее выстрелите со снайперской винтовки. Раннер, кстати, должен был заранее сменить на снайперскую винтовку, ну ладно. А второй вариант — это она будет бегать за деревьями, как сейчас, и вы не сможете делать шоты, пока она не вылезет. Вот у него сейчас самый худший паттерн из всех возможных. Мы ждем, пока она начнет передвигаться. Но он может попасть ей в голову, пока она передвигается между укрытиями. На оригинальной PS1 вроде бы да. Я не помню, где заканчивался на оригинальной PS1 первый диск. Но на GameCube версии он заканчивается позже. Да и сам по себе первый диск-то уже после PS1 чаще являлся такой отсылкой к оригиналу, чем чем-то необходимым, из-за того, что памяти становилось уже больше на носителях, и там вся игра уже умещалась. Практически. Вот это вот невезение, кстати, о котором Раннер часто говорит. Этот паттерн очень неприятный, она решила посидеть за деревом. Чтобы вы понимали, насколько ему не повезло, в VR это уже закончившийся ран. Пластины не титановые, он стреляет транквилизатором. То есть это не огнестрел. Потому что у боссов полоска ХП в разы больше, чем полоска, необходимая для того, чтобы их усыпить. Ну, кстати, в заставке мы все равно в нее стреляем огнестрелом. Почему так? Ну, бывает. В общем-то, хоть мы и усыпляем боссов, в первой части не предусмотрены возможности, в которых игрок не летальным методом вырубил босса. В общем-то, снайпер Вульф повержен. Кстати, мы пропустили очень грустную сценку, и сейчас мы вот лутаем с него, так, что поделать. Такая категория. Next is the furnace. This room has undergone some changes because at first it used to be awful and scary. На PS1, кстати, тоже был транквилизатор. Там разницы не было, что PS1 категория, что Twin Snakes категория ранится через транквилизаторы. Это быстрее. Ну вот сейчас мы обреченно лутаем эти доктаги и смотрим на то, как время разительно приближается к истиммейту, что практически гарантирует нам, что раннер не уложится в истиммейт из-за того, что, по идее, по сплитам у него еще Raven, Metal Gear и Liquid. То есть ему сейчас надо буквально за
20 минут пробежать довольно-таки солидную часть рана. Не буду загадывать, может быть, у нас заготовлено что-то особое, но сейчас вы увидели, кстати, работу ИИ. Такое иногда бывает. Он полутал два токтага, если что. В целом-то так и должно быть, но они не должны бежать друг в друге по правильному. Но случается. Until Erling came and was like, hey, why don't you guys just do this? I'm like, hey, thanks, man. This is way easier, because, yeah. Hey, y'all shut up in there, will you? Look at this strat. Yeah, exactly. That's what he did, pretty much, yeah. Вот насчет Транквилла на PS1. Чатик, поправьте меня, потому что я действительно могу ошибиться. Теоретически Транквилл. Но он же... Во второй части он уже был. В первой части он вроде тоже присутствовал. Первый нет. Да ладно. Перепутал. Не. Ну, бывает, кстати, может, перепутал. Не было на PS1. Вот, был или не был? Чат, спасите. Спасите глупого комментатора, который не уточнил категорию PS1 из-за того, что он ее никогда в жизни-то и не трогал. Twin Snakes была с хорошей графикой. И это же было так здорово, ранить что-то с хорошей графикой. Вот чатик из-за вас, я пойду после этого рана и посмотрю оригинальный ран PS1. Что там, пох чамп за раннера, прожмите в чатике. Точнее, не за раннера, а за комментатора. В двойной пох чамп за то, что он не помнит то, что было на PS1. Я, честно говоря, плохо различаю Twin Snakes и оригинальную из-за того, что они ранятся практически идентично. В них практически все те же сцены. Единственное различие вот принципиальное Twin Snakes, я знаю вот и ран практически наизусть, а оригинальный довольно-таки плохо помню из-за некоторых особенностей того, что мне было лень играть в игру с плохой графикой, когда есть лучше. А что с Пухчампом стало? Где Пухчамп? Пухчамп сломал Twitch? Ну ладно. Мы сейчас на боссе Рейвене. Пока что отвлечемся от чатика. В чем смысл? Мы должны попасть ему в голову 5-6 раз, 20 раз, неважно. Он нас вообще не может попасть, потому что пулемет у него огромная, точность минимальная. Мы ложимся прямо перед ним и стреляем в него в голову из снайперской винтовки. И все. В общем-то, весь босс-файт с Рейвеном сводится к тому, что мы легли перед ним, и чувак с огромным пулеметом не может попасть в лежащую цель. Сейчас мы открываем страшную правду о том, что Ликвид за нами все это время наблюдал. Как говорится, по сюжету мы движемся к развязочке, то есть скоро мы узнаем, кто такой Ликвид, скоро мы узнаем о существовании Metal Gear. В общем-то, раннер подбирает только доктаги, это единственное, что задерживает его. Вот честно говоря, у Twin Snakes даже вот сейчас выглядит так, что их можно выпустить в добрый путь, главное разрешение до 1080 поднимите. Вот здесь вот обреченность раннеров, кстати, видите, где он останавливается, получает шоты из-за того, что ему надо поднимать доктаги. Это довольно-таки уникальная категория из-за того, что он единственный, кто эту категорию пробежал, и вот вы видите причину, почему другие раннеры ее не любят. Вам надо останавливаться, получать доктаги ради того, чтобы что? Ничего, как говорится. Вы получили доктаг, побежали, и вам даже в конце никаких наград за это не дадут. В общем-то, вы тратите свое время, потому что их добавили ради оригинальной части, точнее, второй части, чтобы выпустить оригинальную часть с особенностями второй, скажем так. And then roll right into him, and he will fall off the map. Now that's not a kill because that was an accident. So according to the game, you know, he's still fine. But gravity did it. Yeah, gravity killed him. But we won't be actually seeing him, and that's good because then we won't actually
В общем-то, нас сейчас ждет только Metal Gear и Liquid Snake как боссы. Плюс поездка с Мэрил из-за того, что донаты были на стороне Мэрил. Because he's so far away, and if you were to try to walk up to him, he would hear your footsteps and turn around and spot you. But we can kind of just use the SOCOM to just shoot him a bunch and keep him stuck in place. And he's got enough health to where he'll survive a whole bunch of shots, so we don't have to worry. Ну, раннер не успевает. Да, раннер не успевает. Это было, если честно, видно с самого начала, учитывая, что он поставил истиммейт равный своему ВРу. Я не знаю, почему так вышло. Он не первый раз на таких вот марафонах выступает, и никогда вот такого у него не было. Он всегда вот приходил с правильным эстимейтом, укладывался, он хорошо себя показывал, но в этот раз не знаю, что повлияло на это, почему он поставил эстимейт практически равный своему ВРу. И да. Ключик упал в воду, но ничего страшного. Это то, что нам было нужно. В идеале он должен падать на платформу, но ничего, это не сильно повлияет на скорость рана. Ну, теоретически, если так посмотреть, то если раннер идеально пробежит относительно своего ВР, вот на текущий момент, он еще может уложиться в ран. Да, они сами ставят время на эстимейт, плюс-минус ожидаемое, за сколько они пройдут игру. В действительности, вот тут вот раннер-то потерял немного времени, он не уложился только в самом начале из-за того, что аларм поднялся, но это точка ресета, такое ожидаемо случается, там ничего страшного нет. Вот сейчас вот он теряет время на дотагах, потому что если бы это была категория на экстриме, мы бы, скорее всего, уже игру заканчивали. Плюс-минус. О, спасибо, бот, за точное время, кстати. ВР, 1 час 8 минут. То есть... Он за час 8, он взял себе вот совсем немного запаса времени, потому что потерять столько времени это действительно сложно. Но у него вот в ране с танком не сложилось, и в начале не сложилось с тревогой. Так что здесь он может действительно не уложиться, если вот еще пару ошибок совершит. Но пока что вот он нагнал время за счет босса вертолета и снайпер Вульф в первой стадии, потому что у него в ВР немного не повезло вот с двумя паттернами, которые там были. Off the spot. I'm too tired anyway, so we're coming up here, gonna finally use the PAL key for the yellow laptop. Да ничего не будет, он продолжит рану, учитывая, что это не финалка. Тут ничего, 5 минут лишних, ну не страшно, тут скорее даже минута две. А это и есть графика MGS 2, если на то пошло, потому что это переиздание было на GameCube после выхода Metal Gear Solid 2. Из-за этого здесь и появились доктаги. Это, конечно, если я тоже ничего не перепутал, я даже посмотрю сейчас дату выхода Metal Gear 2, но вроде бы Sons of Liberty вышел, да, Sons of Liberty вышел раньше, нежели Metal Gear Solid Twin Snakes. Потому что Сыны Свободы — это 2001, а Снейки у нас 2004, так что да. Это даже графика лучше, чем Sun of Liberty, если на то пошло. Да, пока я смотрел, произошло неизбежное, но такое бывает. I get in a position where you can hold him up as soon as he comes up the stairs. Yeah, he'll keep occasionally stopping to hear your footstep and react to it, but we got him this time. Ну, в целом-то, если посмотреть на переиздание, к нему есть несколько ключевых вопросов, и один из самых главных — это зачем вы это в трейлер-то добавили? Это вот та же история, что с Терминатором, где был сюжетный поворот с одним из персонажей, которые показали в трейлере. Здесь в названии такие, один из сюжетных поворотов такие. А почему бы и нет? Twin Snakes. Почему нет? Как бы Solid Snake, весь сюжет один, никакой второй не упоминается, а тут Twin Snakes. Где они второго взяли? Зачем? So you don't have to go all the way back to other
Не знаю, как у кого, но вот у меня с Metal Gear 2 из Гога все было нормально. Он, да, такой вот кривоватенький, танковый, я бы сказал даже, но работает хорошо. В общем-то, сейчас Раннер дособирал доктаги, которые ему были нужны. К сожалению, я их не считал. Всего в сумме около 36 должно быть собрано уже на текущий момент, потому что он близок к финалу. Ему нужен доктаг с ликвида, это точно, и все, по идее. Been a long time fan of what you guys do for the world. Thank you to everyone involved. Let's go, Super Mario blindfolded. Good luck to all the runners. $225 from Mookow. Today is my birthday. Вот сейчас вот читаются донаты. Мне кажется, в действительности на ГДК-то так любят эту часть из-за того, что на ней очень хорошо читать донаты, потому что очень много времени уходит на передвижение между локациями, где можно спокойно зачитать донаты, поговорить об игре, из-за того, что в ране нет никаких скипов, клипов через стены. Вы бежите от точки до точки и правильно выполняете механику игры. Так что, если вы не хотите учить сложных страток, то Metal Gear довольно-таки лояльны к этому. $10 from Liquid Snake, who says, Tyler, do you like my sunglasses? И сейчас, кстати, забавный донат был от Liquid Snake, который спросил, нравятся ли Тайлеру его очки. Not yet, Snake. It's not over yet. What do you mean this run isn't over yet? The best is yet to come. Fantastic work, Tyler. After all, a strong man doesn't need to read the future. Вот сейчас зачитываются в донатах цитаты из Metal Gear. We have $20 from Zero Jedi. Really looking forward to the spoiler в донатах, да. So many great games and incredible runners. This donation goes towards Covert Muffin KOing Archmond this afternoon. Ну наконец-то. Все, Раннер подходит к заключению, он собрал эти восхитительные ключики. Наконец-то мы узнаем истину о том, что Liquid все время был с нами. Теперь нам надо остановить Metal Gear, победить Liquid и уехать с Мэрил в закат. Speeds that part up real nice. And then I'm gonna be starting the Rex fight. There's a couple ways you can go about it. I'd go about it in a вот если бы мы не спасали Мэрил, ран бы уже закончился, кстати. You're gonna be standing in the spot, right? Yeah, for the whole fight. Sweet spot, yep. Yeah, the sweet spot. Because if you spoiler alert в чате. Спойлер алерт. Ну да, там немного спорные моменты есть, потому что по сюжету это не совсем точно говорится, там есть уточнение, но Акерс прав, да. Файт с Metal Gear, в котором мы шмаляем ракетами, пока Metal Gear не помрет. Как вы понимаете, огромный боевой мех, призванный для уничтожения живой силы противника, не может справиться с одним Снейком, который стоит прямо перед ним. Собственно говоря, как и пулеметчик не может попасть с пулемета по лежачей цели. Увы, бывают ограничения. A little bit of time to sit here and relax, and then the second phase starts. And the second phase, it's a similar deal where you just want to stand in one spot, but you want to stand in the spot you start out in. Because if you do the slightest bit of movement that's wrong, типичный боевик 80-х, да? Очень довольно хорошее описание боевик 80-х. В нем очень многое собрано. Собственно говоря, Кодзима любит собирать что-то из кино, как отсылки в третьей части к Бондиане в целом. Также и здесь куча отсылок к боевикам 80-х. Теперь Great Fox, да. В общем-то, особо спойлерить сюжет не стоит, потому что те, кто хотят с ним ознакомиться, могут это сделать на хорошем такие ремейке, на эмуляторе, либо посмотреть. Он довольно хороший, учитывая, что это были 90-е, 2000-е, тогда особо в играх сюжета не было. Из-за этого, кстати, они стали так сильно популярны. Мы скипаем, к сожалению, все заставки, и сейчас начинается эпик.
Ну, конечно, предварительно мы можем поговорить по кодеку. Но как же без разговоров по кодеку? После чего начнется лутание Дуктага. And if you land it, you do like half his health bar worth of damage, but it's very, very precise, very hard to do. But you know, you got opportunities to try for it during this first phase. Оп. Because this fight is in three phases, roughly Все. Around a third of his health Нам повезло. Ну, в кавычках. Потому что доктаг мы получили, практически случайно. Раннер удачно подогнал его к краю, получил доктаг, и на этом вся цель категории закончена. Нам осталось-то всего лишь минута. Избиение ликвида, пару заставок и поездка. Раннер, кстати, даже уложится в стимейт. Вот, кстати, книга Кот Кодзимы, как так получилось, что она так называется, хотя в оригинале у нее даже не такое название. It's kind of annoying where if he takes a like a triple punch or a kick or a roll, he falls over on his back and you have to wait for him to get up. So what you do instead here for phase three is just you do a couple punches and move around to dodge his punch and just repeat. So how's не совсем все части. В третьей части была перестрелка. For a fight that doesn't get the roll, you know, it's good enough. Mm-hmm. Pretty solid. But we have all the dog tags now, so now all I have to do now is just leave this place. It's getting bombed. А, вот. Спасибо, Акер, за поправку. Guys, я помню, что она в оригинале называется вообще иначе, потому что русская локализация как-то получилась странно. Да и сама книжка довольно хайповая, ради хайпа и выпущенная, потому что особо к самому Кодзиме она относится так, частично. В общем-то, сейчас вы видите принципиальное отличие двух концовок. Это то, кто сидит в машине. Потому что если бы мы не спасли Мэрил, тут был бы Атакон. Скир, да, ты прав, там была перестрелка, только в военной форме. Да, это если сдаешь нам под Кахацелот, то тебе дают атакону вместо Мэрил. А так ни на что не влияет. Вот финал относительно заставок, там финальная катсцена из-за того, что в ней Мэрил, а не атакон, чуть-чуть меняется. В оригинале было как-то получше с этим. И, кстати, Раннер уложился в стимейт практически. Осталось совсем немного. Провалить это просто невозможно, так что я бы сказал, что чашечки целы. Я прям с самого начала похоронил ран. Раннер так удачно нагнал его на снайпер Вульфе, где ему повезло с паттерном, прям очень хорошо было. Автоскроллер типичный. Кто-то его проваливал, действительно? Ну нет, нет, он уложится. Все в порядке. Ликвид столько не проживет. Все. Видите? Все в порядке. Чашечки целые.
Но это было близко, если бы снайпер Вульф в первом паттерне не помогла бы нашему раннеру, то все, там были бы чашечки, а тут клапа, клапа достойная. Played on Extreme, collected all the dog tags. I'd like to thank, first of all, Game So Quick for letting me showcase this during their really great event. And secondly, I'd like to thank all the members from the Metal Gear Spear community. You know, Plywood, Jag, Blue Metal, Aerlian, Furry, all the Twin Snake runners that pretty much helped make me to the runner that I am today. And I like this. And, you know, if you like Metal Gear Solid speedruns, you know, Metal Gear Solid 1, 2, and Twin Snakes, be sure to give me a follow at twitch.tv/childhood2022. I speedrun these games pretty often. Ну, сейчас вот Раннер рекламирует себя, то, что он ранит эти игры постоянно. Так что, если вам нравятся непосредственно спидраны Metal Gear, то можете подписаться на Tyler2020. Ну, собственно, вот различия финалов, наличие Мэрил в заставке финальной. Ух ты, как мы быстро переключились. Удивительно, даже не